Вы читал на эзотерических форумах про такое явление, как фиолетовое пламя. Заинтересовался, стал углубляться в эту тему. На форумах ведьмы-домохозяйки объясняют тебе, что это пламя исцеляет болезни, приносит удачу и исполняет желания. Однако способом добычи этого пламени никто не делится. Перекопав все доступные источники, находишь странный ритуал, автор которого обещает, что с помощью обряда можно овладеть техникой фиолетового пламени. Ночью гасишь в квартире все источники света, берешь старую икону Христа Спасителя, доставшуюся тебе от бабки, вместе с квартирой, начинаешь нашептывать заранее выученный текст, чувствуешь легкий тремор и мурашки по коже. Где-то в квартире скрипнула дверь. Мурашки становятся сильнее, пока не появляется ощущение ползающих по коже насекомых. Вдруг твою грудь пронзает невыносимая боль. Конечности становятся ватными, а в глазах темнеет. Из-за спины доносится леденящий душу голос. Еще один